В Дагестане порядка 46 тысяч граждан, достигших 80 лет, получают повышенную пенсию согласно законодательству Российской Федерации. Господдержка гражданина увеличивается в соответствии с фиксированной частью страховой пенсии по старости. Здесь следует подчеркнуть, что данная выплата может быть назначена и инвалидом, если их диагноз фиксируется и после достижения 80 лет. Отметим, что пенсия не зависит от размера ранее уплаченных страховых взносов.